Hey, друзья, всем привет! Да, я тоже в шоке, я снова взял камеру в свои руки, снова говорю в этот глазочек что-либо. И я сегодня решил снять наконец-таки какой-то хотя бы видосик. Вот так вот я сейчас выгляжу, вон там вот лежит кот. Собственно, я не готовился к этой съемке. Вот такое вот начало. Я вас сегодня возьму с собой в свой день. А сейчас у нас вот типа 11 утра, я в это время примерно выхожу из дома, сейчас я поеду в спортзал, и вот поеду в спортзал, а потом посмотрим, что там будет дальше. Погнали! Супермаркет, сердечко, ты страдаешь, мне срочно нужен. Вы уже, наверное, заметили, как моя причесочка поменялась с того момента, когда вы в последний раз меня видели. Я вообще сейчас очень переживаю на этот счет, короче. Я не знаю, какую прическу мне носить, пока что не выбрал. Мне теперь нравятся длинные волосы, но волосы отращивают длинные очень долго. Короче, гоняю вот так вот, недовольный собой, и считаю себя сейчас очень некрасивым. Ну, постричься надо, понятное дело. Вот сделал челочку, как у Ромы Зверева. Мне все устраивает пока что, вот, собственно. Я, короче, уже забыл, что такое зимняя куртка, потому что я выхожу из подъезда, иду там какое-то тут количество метров до машины, сажусь в машину, и мне в машине тепло, как бы. И, в общем, уже несколько раз чуть было не заболел из-за этого. На дворе уже осень. Такая вот погода унылая. Сколько там, 10 градусов сейчас. И вот мы подошли к этой самой красотке, которая сегодня нас повезет. Закрываю всегда окна на ночь, точнее зеркала, потому что тут в течение часа, наверное, перепарковываются миллион людей. Вот, такую себе сделал наклеечку, чтобы, если что, меня могли найти. Вот, сейчас поедем в спортзал. Вообще, я каждый день сейчас практически езжу в спортзал. Раньше постоянно ходил еще в бассейн, но сейчас на это немного нет времени, потому что мне сегодня работать. И сегодня еще к нам приезжает в студию Луки Ли. Это такой китаец, кореец, японец. Стриптиз-клуб в Москве. Помню, кто он там. Это владелец сети стриптиз-клубов. Вот, и он его даже как-то снимали в дневнике Хача. Сейчас будет такая вставочка из них. Ставьте лайки и подписывайтесь. Ну, поставьте мне лайк. Это блондинка, которая сейчас с Амираном, это девушка Лаки. И она звезда его стриптиз-клуба. Погнали. Стопудовый оптимист. Я не напрягаюсь просто. Если напрягаться, то... Я чувствую себя каким-то тупым, когда так делаю на камеру. Ну что, вот вышел я из зала, сходил в душ, посидел в бане, в русской бане, потом в турецкой бане. Ну, то есть хамам такая штука, короче, все поры распарены. Все так хорошо, помылся, бодрый, свежий, еще целый день впереди. Конечно, баня немножко расслабляет, но я не пересиживаю слишком долго, и поэтому у меня, наоборот, на заряд какой-то энергии после спортзала, и целый день я готов работать. Сейчас мы отправимся в нашу студию. Так, так, так. Вот мы очутились уже в нашей студии.
У нас тут вот, кто помнит, вот так вот питон вырос уже настолько вот. Прости. Сиськи, сиськи. Прости, ты же девочка. Ей нужно что-то другое. Она ищет. Вот эта девочка, ее зовут Елена, она сегодня будет делать у нас татуировку. Какая у тебя роль в этом вообще блоге? Ну, я тут почти буду моей соведущей, и все. И все? Такой план? Ну, лайтовый план, конечно, я понимаю. И все? Какая у тебя задача вообще? Тело? Писать тапки. Писать тапки. И это не все странные вещи, которые произошли с нами в Казани. Нам написала девочка, ярая наша подписчица, и готова даже набить татуировку, чтобы увидеться с Лаки. Но мне кажется, девочка сумасшедшая. Как можно на такое пойти? Какой ярой фанаткой надо быть, чтобы набить изображение Лаки на своем теле? Ну, что-то стрёмно. Ну как, хочешь посмотреть? А ты видела вообще изображение, какое там будет? А что это, Ким Чен Ир? Ты что, Лаки не узнаешь? Трик такой будет. Ну, блин, вообще это нереально, это невозможно. Зачем ты это делаешь? Года 4 назад. Нет, Боже, как вас много! Мы тут уговорили ведущую этого блога про колосья пупок. Главное почаще. Жакаль. Так, расслабься. Я сейчас только зажим поставлю, у меня иглы нет руки. Внезапно поколоть на счет 3? Не знаю. Я набила татуировку, когда я поняла, что у меня мания величия. А вот это родимое пятно. А это родинка. А этот пупок. Татуировка готова? Ура! Татуировка готова? Она реально приносит счастье и удачи людям. Да, да. 5, 4, 3, 2, 1 и, внимание, поехали!